Три новых рабочих группы начали работу в рамках блокчейн-альянса Enterprise Ethereum Alliance. Они займутся разработкой метода внедрения Ethereum в направлениях цифровой идентификации, совместимости платформ и энергетики. Член совета директоров Enterprise Ethereum Alliance Джереми Миллер сказал: «Это те области, в которых члены EEA видят реальные возможности для использования технологий Ethereum в 2018 году. Работа групп будет заключаться в изучении, разработке и тестировании инновационных идей, а также повышении конкурентоспособности данных сфер». Теперь Enterprise Ethereum Alliance насчитывает 17 комитетов и рабочих групп, а общее количество участников Альянса составляет почти 300 компаний.